Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Народная артистка Российской Федерации и просто красивая женщина Любовь Полищук ушла из жизни почти 16 лет назад. Она долго боролась с онкологией, но при этом продолжала выступать на сцене, скрывая ужасную боль в спине. Любовь Полищук скончалась на 58-м году жизни 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника. Эта трагедия рассорила всю семью Полищук. И, как часто случается, некогда близкие люди просто не смогли поделить наследство. Напомню, у Любови Полищук было два официальных брака, плодом любви которых стали двое детей. В первом браке с актером Валерием Макаровым в 1972 году на свет появился сын Алексей. Вторым мужем Полищук стал художник Сергей Цыгаль. В 1984 году у супругов родилась дочь Мариетта. Дети Полищук пошли по стопам своей знаменитой матери, но пока у Мариетты немного проектов. А вот сыну Полищук Алексею Макарову удалось построить завидную кинокарьеру и стать известным актером. У Алексея и Мариетты уже давно своя жизнь, но после смерти матери они практически не общаются. И как оказалось, пока Любовь Полищук была жива, между сводным братом и сестрой были дружеские отношения. Но после смерти матери многое в их жизни изменилось. Все дело в московской квартире, в которой последние годы жила Любовь Полищук со своим вторым мужем и дочерью. Роскошная недвижимость находится в центральной части Москвы. Именно эта квартира и стала камнем преткновения для некогда близких людей. После смерти матери Алексей Макаров решил побороться за часть наследства. Однако вдовец Сергей Цыгаль смог сделать так, чтобы Алексей остался ни с чем. И, конечно, в этой борьбе за квадратные метры элитной недвижимости Мариетта поддержала отца, а не сводного брата. После чего брат и сестра практически перестали общаться. Правда, они все же иногда пересекаются на каких-то светских мероприятиях, но эти встречи можно пересчитать на пальцах. А в феврале 2023 года состоялась премьера сериала «Раневская», где главную роль сыграла Мариетта Цыгаль-Полищук. На премьере присутствовала вся светская Москва, и только актер Алексей Макаров не пришел поздравить сестру с премьерой. И, к слову, в апартаментах в центре столицы, в которых последние годы жила Любовь Полищук, теперь уже около 9 лет счастливо живет Сергей Цыгаль со своей новой супругой Екатериной. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!